So Devakinandan Dasa said, Brahmanda Tarite Shakti Dari Jani Jani Aveda Purana Guna Gai Jebashune. Oh, the Vedas and Puranas say that one Vaishnava has the power to deliver a whole universe. Devakinandan говорит, что Веды и Пураны провозглашают, что один Вайшнав способен спасти всю Вселенную. Vandana Kariti Mui Kata Shakti Dori Tamo Buddhi Doshimuti Damba Matra Kari. Oh, what power do I have to offer prayers and glorify the Vaishnavas? Only my attempt is just due to my pride and ignorance. И вообще, как я могу осмелиться даже пытаться прославить Вайшнава? Это просто мое неполное невежество и инфантильность, что я даже пытаюсь как-то прославить. So we cannot find words to glorify the Vaishnavas. То есть нет правильных слов у нас, чтобы достойно прославить Вайшнава. But if we don't glorify them, then how will our tongue ever become pure and chant the holy name? Но если мы не пытаемся прославить Вайшнав, то как наш язык очистится и возвысится? So fortunately, the seventh Goswami Srila Bhaktivinoda Thakur has given us the words by which we can glorify Vaishnava. Счастью, Сапта Госвами Шрила Бхактивинода Такур оснастил нас правильными словами, посредством которых мы можем прославлять Вайшнава. So let's sing this kirtan of Давайте споем этот киртан Шрилы Бхактивинода Такура. Thank you.
always supernatural, nirgun, beyond this material world. Your house is on fire. Okay, let it burn. No duplicity at all. Тебе нет ни капли лицемерия. Ты всегда снаружи такой, как ты внутри. О, Вайшнав Такур, Нитья Лила Анурагта, and you are deeply attached to serving Radha Krishna in their Nitya Lila. И ты преисполнен привязанности к служению Радхи Кришне в их вечных лилах. As long as he's free from two faults. Если он будет свободен от двух изъянов. Моя бадсанга. Чтобы он не общался с моей бадой. И с три санги. Then, Madhyama Pranati. To the Madhyama Intermediate Vaishnava, I give my dadavatras. А Madhyama Vaishnava я буду почитать поклоном. And to the Uttam. А Uttama. I give my life. А Uttama Vaishnava я посвящу всю свою жизнь. Susrusa means listening very carefully. Отдам свои уши, всегда буду слушать его. And following all the instructions. И строго придерживаться всех его наставлений.
That I will attain all siddhis. Когда я научусь распознавать вайшнава и почитать их в соответствии с их уровнем духовного развития, тогда авасья непременно я достигну духовного совершенства. Решиться на то, чтобы критиковать вайшнава, then I will never talk to that person ever again. Для меня станет никем в жизни. Я никогда с таким человеком не буду разговаривать. If that person comes, I will do more. Если человек completely silent, no commentary. Критикант подойдет ко мне, у меня будет просто закрытые уста, у меня будет монобраза для него. This is the loyalty to the Vaishnava. Вот это и также проявляется верность, преданность вайшнава. Вайшнава такой.